Разные композиции, но одно настроение праздника. В Воронеже прошел музыкальный опен-эйр «Пирс». Провели его в рамках Платоновского фестиваля на уже отреставрированной набережной. Как уверяют организаторы, это совершенно новый формат. Сотни гостей пришли послушать артистов из разных городов России. Как это было, увидела Анастасия Алексеева. Кто-то танцует, кто-то прячется от солнца в тени. Атмосфера праздника буквально витает в воздухе. Зрителей на концерте, конечно, очень много. Все радуются, все аплодируют, но есть самые наши любимчики. Те, которые не могут сидеть на месте. Ребят, давайте я с вами. Давай. Как вас зовут? Меня зовут Катя. Катя, в чем секрет вашей энергии? Секрет великолепной музыки. Среди зрителей в основном молодежь. Кто-то даже пришел с детьми. Кстати, именно они по-настоящему зажигали. У юных гостей фестиваля эмоции самые яркие и искренние. Мне очень нравится. Я пришла, там была где-то, и прихожу, слышу эту музыку и понимаю, о, это круто, это очень круто. И начинаю танцевать. Сначала стеснялась, но потом вам сказала, Варя, подержи их всех, беги там. Открыла концерт группа «Вещь» из города Иваново. Воронежская публика не оставила артистов равнодушными. На вопрос, приедут ли еще, музыканты отвечают, не задумываясь. С удовольствием, да, вообще. Интересно было бы и в клубах каких-нибудь поиграть. Может быть, с кем-то воронежским выступить. Сразу бросилось в глаза, это здорово. Ну, прям между песнями, там как бы после каждой песни мы слышали аплодисменты, всякие вопли-крики доброжелательные. Это супер. Поразили музыкантов не только воронежские зрители, но и сам город. Мы вот первый раз в Воронеже, и мне очень понравился город. Он очень зеленый, как будто разными своими районами похож на разные города, в которых мы были. Это на самом деле здорово, потому что у меня такое ощущение, что в каком-то месте я как будто в Петербурге, в каком-то я как будто бы в Плесе, в каком-то даже как будто я в Ереване. Вторым номером группа «Лето в городе» из Ростова-на-Дону. Электронная музыка, вероятно, для истинных ценителей, которые как раз здесь и собрались. Помимо гостей на суше, у концерта появились случайные зрители на воде. Десятки небольших судов останавливались, чтобы пассажиры могли послушать музыку. Хедлайнером вечера стала группа «Нет, ты что?». К тому времени жара спала, и все зрители перешли на танцпол. Здравствуйте. Здрасте. Так, ну как вам музыка? Потрясающе. Я их очень ждал в нашем городе. Я их обожаю. Это самая моя любимая группа. Ваши эмоции сейчас и от вечера, от атмосферы и от музыкантов? Ну только катарсис и все, больше ничего. Катарсис? Да. Давайте танцевать дальше. Конечно, надо. Музыкальный опен-эйр «Пирс» в рамках Платоновского фестиваля провели впервые и сразу удачно. На Платоновском фестивале такие новые мероприятия жизненно необходимы Платоновскому. Я надеюсь, воронежская публика полностью оценит сегодняшний вечер. Артисты чудесные приехали со всей России. Сегодня на этом мероприятии около 400 посетителей. Мы приятно удивлены такой цифрой, таким интересом к данному мероприятию. Интерес к новому формату был огромный. И судя по тому, как прошел вечер, вероятно, что-то подобное организуют на Платоновфесте и в следующем году.